Все, погнали, держим. Всем привет, друзья. Значит, сегодня у нас с вами очередная полезность, и мы сегодня поучимся с вами делать, знаете что, делать мячи для жонглирования, значит. Да, пока у нас в Владивостоке идет дождь, можно чуть камеру даже ниже опустить, да. Вот, я принес вот такой вот мячик. Давайте его разорвем, да. Это мячик. Пакетик мы убираем сюда. У нас есть лейка. У нас есть ложка. У нас есть рис. Мы будем готовить. У нас есть, я немножко волнуюсь, скотч. И у нас есть, конечно же, смотрите, да, ножницы. Значит, что мы делаем? Берем мячик теннисный. Делаем очень осторожно, чтобы не повредить себе ни руку, ни ногу, вот такую вот дырку. Я думаю, всем видно, да? Такая дырочка. Берем лейку. Лейку вставляем вот так вот. То есть такая штука получилась, да? Подержи, пожалуйста. Дальше мы берем с вами... Руки у меня трясутся. Волнуюсь очень сильно, да. Хомяки это дело такое. Да-да-да. Берем очень осторожно рис. Рис. Берем ложку. Ложечкой насыпаем... пониже опускай, руки трясутся, капец, волнуюсь, да, 2 столовые ложки, вот, вот, так, да, пока готовимся, сейчас, это мы убираем сюда, да, можно растрясти, берем вот такой вот, посмотрите, вот такую вот изоленту, где есть тиснение, тиснение, вот, я думаю, камера тут ловит, значит, спасибо. Можно отковырнуть, пожалуйста, да. В итоге вам понадобится на самом деле 3 мячика. Мы пока вот терзать будем один. Времени у нас не так много, нас тут чего-то охранник, что-то там обижается. Да, мы сейчас. Я смотрел, вас администратор. Да. Никто ничего не разрешает. Что, где, когда? У вас игра наверху. Никто, нигде, никогда. Все, мы сейчас уходим. Сейчас мы уйдем. Минута. Вот. Берем вот так и заматываем. Видите, какой дядька злой. Ну, я думаю, хомяк у нас будет хороший. Руки у меня дрожат, сейчас скажу, не из-за дядьки, а из-за того, что я просто очень волнуюсь сделать какого-то такого вот неровного хомяка. Посмотрите, я наматываю, вот, как бы стараюсь шов к шву. Это не очень так видно, может быть. Угу. Делать хомяков – это очень волнительно, очень весело. Особенно, если делать где-нибудь, знаете, в таком вот общественном месте, всегда найдутся какие-нибудь неадекватные администраторы, охранники, да, будут всякую фигню говорить. Но мы сейчас с вами успеем это доделать. Немножко тороплюсь. Сейчас чуть-чуть осталось. Итак, находимся с вами во Владивостоке. У нас 2016 год. Какое там августа? 26 августа. 24. Запомнить, это день рождения вот этого мячика. Хомячка. Да. Настя, отрежь, пожалуйста. Может, хомячок будет Полиной. Да, вот он, хомячок Полина. Все, всем пиз. Сними нас. Все, всем пока.